хочется сказать про стартовую машинку, которая, значит, рассчитана на 40 участников, на 40 спортсменов. Чтобы нам пригласить спортсменов, участников, положим, российского уровня, то есть это принципиально, чтобы стартовая машинка была не меньше 40 участников. Ширина нашей трассы — это минимум 12 и максимум в поворотах до 30 метров. Это тоже очень принципиально. То есть это для безопасности спортсменов. Сама по себе трасса является классикой мотокросса. То есть это длинные участки. Сам рельеф позволяет подъемы, спуски. Вот это вот особенность нашей трассы. Трасса соответствует российским стандартам. Я сам гонял. Но тогда были наши отечественные. Тогда не разрешали капстраны. И ЖИ. Соцтрат. Только наши. И ЧЗ-ы, Чехословакии. Вот все, мотоциклы какие были. А это сейчас у нас японские, австрийские мотоциклы самые мощные. Я очень хочу заниматься мотокроссом, как бы. Это очень хороший спорт. Его тебе нравится, да? Да, очень нравится. Страшно? Ну, не очень, как бы. Как экстремально. 1 февраля мы провели открытый кубок Урала, где собрали тоже больше 100 участников спортсменов, где изюминкой была этого соревнования колясок. То есть у нас вообще в России колясок очень немного. Это, можно сказать, элита мотокросса, именно коляски. Потому что очень зрелищно. В экипаже два человека, один рулевой, другой колясочник. Ну, мотоцикл Honda. У меня мотоцикл делает. Седьмой номер. Одноклассники тоже за меня приходят, болеют. Завидуют? Да, завидуют. Тоже хотят заниматься. Вот. То есть вот за полгода мы провели, три раза проводили соревнования. То есть это два этапа области, летний и вот недавно зимний, и три кубка Урала.